Ты скажи там по этим попам. Так, Боба, я первый даю. Размус второй, то есть ты не бежишь, ты ждешь, пока там. Справишься с Бобом, блядь? Да, я понял. Все. Ты второй даешь по очереди. Третий дает Шова, четвертый Войт. Запомни до очереди. А какой ты даст? Напомни, плиз, Декасинало, какую сферу гриппать? Обычную, ледяную сверху. Выгребаешь печеньку, А, все разваливаешь. ок. Все, я тебе фридом сразу даешь, убегаешь. Так. Эту лужу, смотрите, ребята, кто у нас первый раз с нами, значит, вот лужа, где печеньки будут, она должна быть неприкосновенна. То есть в нее не забегаете, это лужа будет до окончания боя. Лужу обычно мы раздеваем примерно вот здесь вот. Примерно вот здесь звездочка, вот эту вот лужу мы будем туда забегать. А, с него. Смотри, как это делается. Сначала, вот, допустим, кидается, взрывается в ромбике, грубо говоря. Человечек, на кого кидается метка, он бежит на озеро. Вот. Если не ты в цели, ты подбегаешь ближе к метке звездочки, тянешь сюда сверху одну. Вот. И тут ее разбиваешь. Потом на перезакопке то же самое делаешь. Если сверка далеко, ты ее где-нибудь с гриппой подаешь, ну, где-нибудь вот, где печенька бегает, сюда, либо сюда, потом ее еще раз подгриппают, там, другой ДКшка, ну, постракует танк. Понял, да? Вот. На той стороне, значит, смотри, Никита, давай ты сразу разбиваешь перед пулом, и после, как босс зароется, выкопается, опять туда побежишь, там разобьешь еще раз сверху. Все, в принципе. Ну и за две закопки его перевозим. А в миле надо мне разбивать, или кто-то там другой разобьет? В Разобьет другой звезде. там. Все, понял. Другой разобьет. Там ДКшка грипнет, если надо будет за раз. И разобьет. Так, господа, по поводу ваших АУЕ. Будете сверху, если я увижу в детейлсе лишний урон неназначенных людей по сверкам, получите ГП. Поэтому сверки должны жить у нас. Когда мобы стакаются, вы их заливаете АУЕ. Когда, если в случае чего сверка летит над этим самым, над лужей, где мобы, куча мобов, переключаете лить АУЕ, то есть там, бить этим самым, там, Близзард там поливать и так далее, такие, которые доступны. Потому что сверка может разбиться, имейте в виду, ребята. Так, с этим разобрались. Мини-зона, смотрите, когда босс взрывается, сразу бегите в рейндж кэмп, в лужу не забегайте, потому что, возможно, на вас кинется метка. Чтобы вы не зашли в эту лужу, где печенька будет, и эта лужа не разорвалась. Эта лужа нам очень нужна. Ну, сейчас, короче, наверное, вайпнемся там пару раз, посмотрим, как вы убивать будете, и глянем. Давайте Да, вообще на давайте бой. лайкимся. Давай выше. Войда обычно кидали в шестую группу. Да, сейчас в это Да, сейчас кинем. закинем. Так, товарищ Анаид, да еще его не абсорбим. Ни в коем случае. Его хилим точно хилом. Вот и все. Ну, если ты на второй фазе. На первой фазе его не будет пробивать. Все, все готовы. Дом, Ну, давай, РЧ. дрищ его вообще не хилит. Да все готовы уже. Ну все, давайте тогда бэмпулу поехали. Готовьте хаспоты к репоту, если, ребят. 5, 4, 3, Секунду. 2, Две. 1. Одна. Прям. Сверху ДК. Моб напрыг. Еще одного моба. Забери его, Войт. Норм. Топим. Готовьте на пулы. Сейчас будет новый выходить. На пул будет. Вот в чем проблема. Ебать. Что ебать? Заспавнил. Тебе таймер скинуть? Не, я запроебал. Ну что значит, не падаем. Да моб вышел нахуй, выделил цель, а там надо было этот стан давать. Да. Не отвлекайся. В первую очередь тебе надо нажать стан, а потом уже остальное.
Быстрее бежим сразу, давайте, ребята. Ой, я троих успеваю напулить, но если я не буду успевать, я двоих точно напулю, а третьего просто на себя сагрю и подведу к тебе. Если там у тебя будет лужа, он на тебя перепрыгнет. Слушай, смотри, Дон, ты перекидывайся, знаешь как, за лужу забегаешь, чтобы мог через лужу пошел ногой. Да, 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 да. Я вот так делал. Костя, если что, там заберу массово. Угу. Вой, тебе нужен будет стан, или я его в ротацию включаю? Где там на последней, да, нужен будет фазе, когда дохуя будет. Ну да. Ты про как бы аносишь, да? А тут, тут не надо. Хорошо. Так, поставили рыбку, кушаем. Давайте хотя бы закроем сегодня ИВК, завтра могу было туда, если поздно закроем. Ой-ой-ой. Что ой-ой? Хотел этого джерса попросить, потому что сломано все красное. А тут стоит уже полный бот. Все, давайте вчера. Ой-ой-ой. Вот он прибежал. Сейчас это, Бёрн релогнусь. Я вообще думал джерса просить, но там холм бот уже стоит. 20 секунд. Ну ты где бегаешь? Я не могу тебе дать МП5. Я к крампику подбежал. Все, давайте, мужики, собирались. Вот, ты заходишь? Да, завершается. Угу. Ну, блядь, кто пнул? Ну, чей-то падаем. Необратимый пет. Блядь. Падаем? Нет, блядь, бьем нахуй. Да. Делись сразу до конца. Вот ты, Лейнстон, да? Блядь, у меня вообще ошибка. Ошибка критическая, блядь. Давайте попадайте, я заезжу. Попытаюсь мазри сдам. Да, тут бежать одну секунду. А, ну я отметки быстрее, он, понятно, с него. Я разлил лужу, Бёрн. Молодец. Красавчик, блядь. Мне всего-то кастов 6 надо дать. Ай, блядь. Ребята. Никита, ты лучший. Необратимый, это тебе говорю. Я в воздухе бахнул, блядь, щикотня. Видел? Все, давай, заходим быстрее, там рыба еще стоит. Нужно поесть поклял. Это за смерть на этом. На сверках. За что мне ГП? Только что сказал. Смерть на сверках. Рыба прилетела, попалась. Пиздец, блядь. Так он ловил сверки или нет? Да, ловил. Ловил сверки и умер там. Причем в танкошмоте и в танкоспехе. И в бабле. Знаешь, ну ладно, если бы наверх бы умер еще, ну, простить можно. Сова в мишке ловит сверки. Ну блин, если ловить сразу много сфер, это не... Да, ну, я как бы прожимался, ну ладно, хорошо. Там лед поставьте, еще без льда бери. Ауроли, да, нечто. Файер здесь бесполезен. А, это что на пол? Рог бафнуть, пожалуйста. Кулака, каски нету, пристабафа нету. Давайте бафать, бафать. Есть, есть пристабаф. Проверь еще раз. Все, вижу, вижу. Молодец. Спасибо. Я такой. Я сейчас сверху забью. Что делать надо на этом бойсе? Гады бы.
4, 3, 2, 1. Весь кондо, одна. Вальца, ставь не гнев воздух, ставь одна тура. Все. Сейчас-то зачем? Подарение стоял. Запула. Ну, как четко дом там пулил. Четырех мобов, молодец у нас. Не, Невер так что-то не может. Да, Невер так не умеет, да. Я ровненько по центру разлил. Ой, какой ты молодец. На полы. Надо встань до вас. Лафующий. Ну, пожалуйста, как бы зароется по донту, по ханту нашему сеску. Можно сдохнуть во второй фазе. Он ключевая роль этой донаты боссе. Теперь мне никто не играет сейчас. По боссу, ой, по мелким аккуратненько. Little беги. Липочка зря, да. На пути не стойте шипов. Мелкие бейте, надо шипать. Что ты делаешь, блядь? Нахуй. Сука, Little, тебе ГП сейчас дам, блядь. А что он сделал? Он просто сверху зашел, что ли? Просто зашел нахуй, все, блядь, под бобом. Второй боб. Строй боб Размус. Забегай в лужу. Готовься забегать. Север, дашь по чики это самое. Бэр. Вот на Размус. Все сразу сыграли. Размус, вместо меня боб даешь сейчас. След, я скажу, когда боб давать. Кайте, просто кайте, 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 кайте. Ой, блин. Все нормально вышло. Невер, дай Бэр. Ага. Чики флори баб дали. Мобов мелких убили быстро. Чаты, сука, кто-то лужу разлил нам. Я там разлил. А, я дальнюю разлил. Вот эту вот центральную. Сука. Ребята, ну попросил же, блядь, с ауешками с вами аккуратно будьте. Я потом построю под этой лосом. Вот, заберешь? Отлично. Так, кто сейчас следующий будет боб давать? Размус. Размус, бежишь, короче, на другую сторону, даешь человеку боб. Дабл закопается. Следующий боб нас дает, будет бой давать. Он как раз освободится. Должен освободиться, по крайней мере. Вот, ты лужу кидаешь свою? На пулы. Пиздец. Что тебе, блядь, ты откату не можешь это самое давать гнев небес или что? Я не понимаю. Наверное, мага, чечка бомбони, шаманин, вставай сам, да. Мага, поднимай, чеки. На мне СС нет бафы еще. У него КД. Не обратимый, дай СС по донту, по ханту нашу. Размус, беги, сейчас будешь боб давать. Потом у нас лох лежит. Беги туда на дальнюю, лужу забегаешь. Усов лоль баф, да. Давай, боб. Себаст, дай бомжей. Залили быстрее трэш. Как его потеряли? А нет. Кто-то его щитанул, наверное. Наверное. Ну, чекните. У тебя же ты ДТС. Нет, еще там. Да, скорее в спину, что? Скорее всего, спина. Так. Короче, Литл ГП дай. Размусу ГП на свое время дал боб свой. Очень сбилась. Так, Литл, ты понял, за что тебе ГП? Литл? Что ты? Ты понял? Ну все. Молодец.
ГЦ. За ГЦ. Ну, я же не буду давать сразу боб. Я вижу, когда я боб даю. Не переживай. Не, Лито, если тебе не дали боб, это не твоя ошибка. И ты умер. У нас есть человек, который должен тебе дать боб. Если он не дал, то ну, он накосячил. Это уже не проблема. Давайте быстренько. Да. Так, вот как тебе сложила эта книга? А я что-то хуй знает. Ну, там мгновенно... У меня тоже. Это, типа, у меня весь details типа за 0,8 секунд заполнен. Там даже не видно. Тоже такая же хуйня. Либо он жопой повернул модельку, либо, не знаю, других вариантов нету. Ну, типа, либо щит сломался, максимум. Зачем ему поворачиваться? Зачем ему поворачиваться, если он стоит на месте, новых мобов не вышло? По идее, тоже не зачем. Мне показалось, что мобов откинуло. Здесь кого-то это откидывало, когда? Наверное, отшалило, что ли? Скорее всего. Не, просто видел, что мобы откинулись, а потом они дали кассовый, блядь. Ну не знаю, не, может у меня глюки, блядь. Не могу, у него нет тайфуна, да. А ты стан давал свой подкату? Да. Ладно, начинаем еще раз сначала пол. Так еще шаман. Нет, там, есть, не, да? там не теневой, там просто мили атака. Фласки Глиф стоит. Ничего страшного, закончатся фласки, прибейте на сапроты. Мы будем сапроты, мы уже бить не будем, прибивать на СПД, АП. ДПС у нас хватает, сейчас ошибки вайп у нас совсем другие. Все готовы, добавим пул, да, донт, приехали. СС по донту, люкил можно кинуть. 3, 2, 1. После того, как, ну, после фазы, на фазе, короче. Никита, ты там церковь разбил? Я пошел. Давай, беги. На пулы. Полточка кинь ему. Ага. Я просто смотрю, что он прям по центру. Педантично, знаешь? Сейчас на полу будет. На полу. За лужу. Ну, главное завести так, чтобы это ему за спину не зашли. Сейчас 7% нормально, пес хороший. Аккуратненько сейчас меточку убираюсь. Я почти не бью, да? Быстренько это разливаю. Так, а синего также бомжей. А дело уже с левой стороны. Товарищ ДК. Быстренько сюда притянул его. Крип. Джаст. Размус, ты заебал спать нахуй, сука. Ты мне... Да... Блядь. Беги, малышка, беги. Вайпайся, здесь падай, сука. Хочу твоя даже. Влепи нахуй ему 200 хп, блядь. Заебал уже, блядь. Размус нахуй. Так, Джаст, ты чё умер? Ребят, ну вы следите немножко за игрой, как, блядь, откуда шипы идут, ну. Падайте. Блядь, ну такие ошибки глупые, ребят, ну ёб твою мать. Такая, дело уже было. Бьёрн, я на него, этот, бафл. Я на нем не видел боба, ничего не знаю. Ничего. Когда было? Когда было? Откуда у тебя? Кто-то другой? Я на него не мог проюзать. Какой ему боб может... Блядь, только у Кельмы был боб. Каком была метка сейчас? Последняя цель? Я вижу один боб, когда только. Все. Ой.
я на него юзал, я не мог на него проюз. Ну, она на это, да, по-моему, была? Нет, на меня повесился. И что, у тебя крылья были? Нет, я не юзал крылья. Я на него жал, и оно не это пожмало. Ну, не знаю, я не юзал ни баб, ни бабл, ни боб, ни половину, ни крылья, я ничего не юзал. Нет, ну такие слаки конченые просто, пипец, ребята, ну. Пизду нахуй, короче, меняем ротацию, первый дал бот, блядь, Войт не сможешь, Войт по возможности кинешь второй бот, шоу ответить дает. Да, если он рядом со мной будет, возле звездочки, типа. Хорошо. Да, да. Там тот, кто будет уходить с черепом в звездочку, просто стойте сначала возле печеньки, ждите там боб. Ну, не прям в мобах, конечно, просто на рейнже. Вам получите боб, потом уходите в звездочку. Сафри. Блять, просто на второй фазе дохнуть еще, блин. Да, глупая ошибка. Вообще пиздец. На пути тоже шипов не стойте, ребята. Смотрите внимательно, где они идут. Так, давайте, что на пол? Фласки, проверьте. Фласки, перепейте на сопроты. Все, сейчас сидим и до окончания не убиваем его. Если что, завтра добьем его. С свежими силами. И с надрезу голову. Да, Размус? Да, шаманизм. И шаманизм. Я че, блядь. Мрадок, заготов? У меня нет АП-5. Сейчас дам. Креста. Сейчас. Бёрн, ну я бопал реально, он как бы у него когда было? Он не фагил в него. Не, нифига не было. Слушай, ну я тоже не, блядь, дебил. Я шоу подставляю телеку просто. Мне кажется, шоу подставляет. Шоу подставляло, да. Шоу подставляло. Все, тихо, убили флот. Дом готовился? Где? Да там много нету. Дом, тут тебе показывает до вырывания сколько? У него каски нету. Mm-hmm. Блять, нет. Каска есть. У кого показывает? Готов, Алекс? С голосом кто-то. У кого показывает до вырывания сколько секунд? После, если закрытие первый, то там через 3 секунды после взрыва в звездочке. Во второй там будет где-то через 8. Бафы еще, там... дайте по локу каску. По каске баф, Размус, ну почему ты так долго бафаешь? Блин, ну ёб твою мать, ну. Ты хочешь туда что-то сделать? Да я пробафал, что такое? Кому? Ну, все теперь, все есть теперь. Давайте ТПМ ставлю. Блять, на меня с ним пиздец с утра вообще просто. Размуса задушили просто. Да потому что косячишь, блять. Не косячил бы, никто тебе слова бы не сказал. Акула. Он на тему обставился вкратце. ДК синового сразу, как возле роется, можешь идти, если на, не на тебе, конечно, мелко. Можешь сразу идти гриппать сверху и разбивать. Бьёр, ну, а раз мы в боку это или нет? Нет, я же все новое назначу. На пулы. Давайте топень по боссу больше. Ну, плохо, 67-66% какие-то ДПС первого рейда, считай. Точно такой же. Все, смотрим аккуратненько, ребят. Так, череп, беги. Леви, литл. Звездочки где? Лужа. Лужа в звездочке. Синевола, лужа в звездочку. Грипни. Пока стоит. Вроде как грипни быстрее. Вот черепок к звездочке. Быстрее грипните сюда. Вот в звездочке гибни.
Так, черепочек после печеньки кто, пока стоит, жди бафа. Бафующий. Войт, войт, войт. Да-да-да-да, кидай. Дал. Добрый Ваня, сколько секунд? Сейчас пока не знаю. Скоро будет готовься. Беги, Наид, беги. 5 секунд. Сибас, очень много стаков на стаков. Чичу, беги. Сибас, тебе нельзя танчить сверху этих летел, бомбов. Блин. Забирай босса. А, нормально, церковь более-менее пойдет. Я бы побил, он убит. Влепи ему, ВВП, пожалуйста. 24 стака. Да падайте уже все. Да, да, 24 стака, это бред. Так, хорошо, Себаст. Синоло, ты первую сферку грипаешь? Он... грипает Себаст. Синоло ФК. Он, видимо, вылетел или ФК, да. Блядь, ёпта мать. Почему, блядь? Ксамтул, как ты умер? А? Меня мобу убили? Ну, а ты за стритом не следил, блядь? Оман не ставил? Или тебе не стрит оман? Да какого хуя, блядь, скажи, пожалуйста. Ты понимаешь, что если моб сорвется с тебя один, тебе тычку дает, и ты вдыхаешь просто. Ой, блядь. Релогнусь. Блядь, у вас ресурсы есть, у вас все есть. Ну что, замены нет? Нет, сам мы еле это кашка, чтобы сверху крепать. Угу. Сейчас напишу в дискорде. Чуть-чуть тяжело как-то, конечно. Ошибки очень глупые. В онлайн вижу только север, ЧП и ВПР. Че, Гудлик из-за такая может залетаться? Это Гудлик вчера говорил, да? Как вариант. В принципе. Ну, он локом, наверное, ходил. Ну, локом ходил в первом деле, да. У него ДК вообще по ОПшно, там без Т4, по-моему. А сейчас. Он ничего не бафит Синалова на дрейду? Ну, он серки грипает там. Ничего не бафает, просто грип. Грип и урон. А, подождем 5 минут, его не будет. Начнем. Давайте тогда перекур. Да, перекур давайте, да. Ого, перекур. У него ваноба 800 тысяч урона. Меньше Расмуса Синовы. На прошлом трае. И... Почему я не кричу на... Йор, там, я здесь второй раз. Вот. Какой ты здесь второй раз? Что ты меня... Ты здесь уже сбыл уже кучу раз. Да, смысл? Ты меня один раз вот провагонил тут как бы раз, а, когда мне опис вместо отступил. Все. Сейчас я тут второй раз. Да, ну бы ты был много раз, не надо. Нет. Механики в десятке тут кучу раз тоже был. Тут механика ну, а точно такая же. Да, а базару нет, да. Тут все то же самое, что и в десятке. Просто людей больше мобов. Все. Ну, косячишь, блядь, плохо свой класс знаешь. Вот, и все. Я начинаю бомбить от этого. Что, тупые вайпы происходят. Ты координируй, я тебе говорю, сделаю все. Ты координируй просто все. Меня. Блять. То есть, я тебе поставил на первого босса давать фридом, когда босс кастует. То есть, я должен постоянно тебя индивидуально озвучивать. Я его прожал, там вдалеке были цели. Ну, вот, ну, я видел вдалеке, а потом, когда на танка начал дышать, что не пошел. Потом я отъехал, я умер. Ты, блядь, не умер, не наебай меня, умер ты. Я с тобой не спорю, ну, ты как бы прав, все. Я тебе не, могу... не то, что я кричу, спорю, просто ты задаешь вопрос, почему я на тебя кричу, ГП лоплю. Не потому, что типа ты мне не нравишься, потому что ты просто косячишь, вот и все. Так, ну, уже, блядь, на втором боссе не вынес тоже. Это не против, что ты кричишь. Ты координируй, если что-то надо, я сделаю, все. Никита вообще виноват. А я нормально, я сферку разливаю. Я, бля, не знаю, что еще делать. Ты как бы главный, я, ну, не спорю, все. Как скажешь, так сделаю. Да это он пока что главный, потом съебет из гильдии и кто-нибудь другой. Да, потом мы пиздим им.
Не, когда вот, допустим, Дон говорит, он спокойно, а ты говоришь, я начинаю, блядь, тупить, я обсираюсь все сразу, там пиздец. Да я тоже, когда Бьёрн начинает что-нибудь лупать, я уёбываю, блядь. Да, что делать, хуй его ставить, там, ёбку мать. Да, блядь, тоже сразу, это руки потеть начинают. Да, да, Бьёрн, ну, он как бы такой, что-то давит морально. Да, да, душный, душный, хуже Войда, блядь. Чё, ты можешь спорить? Не, раз. Нет, да он такой спокойно, все там туда-сюда. Этот орет, ёпту, блядь, там уже разбираешься просто, блядь, нахуй сразу. Сейчас ссылка выйдет, вот там Бьёрн будет орать, если будет тупить. Бьёрн, говорят, ты неженка, можешь погромче разговаривать? Бьёрн, хочешь, я его замутаю? Это кто в мувене финки шарит, вот Донни, блядь? Да нафиг он нужен вообще? Кто шарит? Есть такие? Надо, короче, найти... Ну, этот таймер, который на часы тыкаешь, появляется. Так, лучше кто в хилботе шарит, мне скажите? Хилбот говно. Вуду топ. Да-да-да-да-да. Так кто шарит? А было? Полепить к нам Гудлику мут, его в самом рейде нет. Я в рейде вообще-то. Где, я не вижу. Бульбастанец который, что ли? Да. Это вот вара, которого мы уже вместе одеваем. Я тут очень присутствую. Вместе одеваем. Одеть не можем. Ох, там ТПС чекнул. А, Бёрна не было все это время. Да, 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 хорошо, слава богу. А Вовбро был с нами или нет? Может, его возьмем? Ну, я вам пишу сейчас. 8700. Нормально. Бёрн, ты можешь громче орать, когда кто-то косячит? Это... Не. Не. Пошли нахрен, не буду косячить. Бульбастанец, 8714. Чё, Гудрик, твое время будет косячное, я уверен на 100%, ты будешь последний. У меня ссылка косячить. Чё ты мне по ДПС предъявляешь? Я как бы один раз кол стаку, вот эти два вара вообще ни один раз не нажимают. Вагоны. Я тебе предъявлял шангу сейчас? Я предъявляю. Да я говорю, одеваем, блядь, заебал. Пока 5 расколов на стак, уже, блядь, босс умирает. Так, тактику меняем. Том, ты сможешь сразу серку с пула разбить? Да. Где-нибудь в этой зоне посмотреть. Себас, ты сориентируешься, чтобы от лужи немножко отвести, да, босса? Если там лужа где-нибудь под боссом будет. Хорошо. Вовбро, ты тут? Давайте бафы. Это сапог есть кого? У меня есть его. Да, кидай сапог. Обмен. Любому человеку. Ему не до этого. Ну, ладно. Там Гудлик уже свой сапог дает. Сразу, да, подмазать. Да. Спонсор найти, чтобы... Давайте, чай на голову. Сам не пьет, для вопроков. А рыбка, рыбки нет. Так иди кушаешь, там вижу. Я сам еще не поел даже. Ну, поставь рыбу, пожалуйста, еще раз. Сейчас хоть ДПС немножко выше будет. Кого ты взял? А? Не будет выше. Да. Кого ты взял? Вовбро. А, Вовбро? О, отлично. Вовбро не дамаг. Ой, Вовбро как Рокси дамажит в шмоте прошлого контента. У него поезд 226. Позапрошлого, значит. Наверное. Все, давай, Дон, на пул ДБМ и поехали. Сейчас. 3 часа ВК, ты, конечно, 5, тяжело. 4, тяжело, 3, да. 2, 2 секунды. 1. 1. Разбирай, Дон. О, вообще замечательно, здесь как по заказу. Напуливай мелких.
там в луже, да? Угу. А, это метка. Всем спасибо. Давайте, ребята, жмите. У меня интернет отрубился, сори. Только включился. Хорошо, погодите. На лоу, да. Смотрим. Невыносимые. Фридом, да, уходи. Себас, притяни метку, как я тебе говорил. Ну, как ты думал. Да, он скин. Притянул уже. Все, притянул метку, оттуда выходи, бомжей, давай просто. А может не надо бомжей, это могут сейчас убить. Эти вот. На рубске. Нет, почему-то не рубски не ядрится на них. Второй боб будет? Агрится, сейчас агрится. Что, мне давать? Все, отлично. Я просто далеко. Ладно, следующий раз мы заставимся, что на третий. Бигер. А ну видите, бигер. 4 стака. 2 стака, наверное, нормально. 2. Сейчас выйдет. Все, покатался. Заводим. На пул. Ой, в 3. Потому что один далековато. Нету. Спейте, хорошо. Подведите, он там стан. Дон, на тебя, застань за лужу, чтоб там. Да, я в лужу стою. Готовься, вторая пачка скоро. Бустал? Все, так не попался больше. Сейчас много стаков не лутайте, ребят. Себас, сейчас вот эту вот меточку. Размус, беги туда. Звездочку. Размус, дашь на боксу. Лужу там разбейте, где ПК, Себастьян. Себас, черепочек. А, ты, блин, нету. Любую сверху как можно ближе к звездочке крепнешь. Чики аккуратно. Не, РПЧики БР. Ближе ко мне. Так. Достаешь? Да, достаю. Иду, чипаю, жду. С пути уйдите. Давай. Дал. Мелкий взрывайте, я. Стакните себе одну кучу, не стакните. Бафу еще 12-13 стаков. Да, бафу еще. По себе соскинь, бафу еще. Катись еще, помчи. По идее сейчас выкопается. Да. Ему 8 стаков. Стакайте все, босса мелких сначала бейте, босса. Ну, тогда покойся с миром. 13 стаков, вот это чё. Вот. 3%. Люкил, кинь сос по кельме. Я бросил. Баф еще. По кельме дать сос еще. Геро. Все, поздно. Ревность не был. Умер. Ну, нахуй, лутайте по 10 стаков. Ребята, ну я пошумаю. Ну чё, пираст тут или что, блин?
10 стаков это, блядь, 15 тысяч урона в секунду, блядь. Бафающие. Можно по скоробьям больше играть. Ну, я сейчас получил стаки и умер сразу. Бля, ну как... Потому что у меня просто... У меня урона какой-то второго и третьего. Че, блядь, сделал? Кельма получил, сколько, 10 стаков. Баф еще 16, блин. Тут, блядь, ребята, урон очень большой. Входящую. Максимум 3-2 стака набирается, 4. Стопаете немножко. Либо смотрите, где у кого больше трита, туда и врываетесь. Сейчас видишь, пока люди привыкают бегать к лужам, к этим сбопам и с этим следить, они типа на скорбеев меньше внимания обращают. Сейчас немножко привыкнут, пару траев, и будут нормально скорбеев бить. Давайте рыбку, поехали. Там частицу кто-то давал на третью фазу? Я не... Да. Это самое. Я не успел дать, потому что кто-то полутал стаки и их пытался нон-стопом прохиливать. Пускай, может, шоу выберешь, там, не забыл. Да, короче, да, шоу, ты частицу кидай тогда на Войда. Я частицу на Себастьяна накинул, да. На фазе третьей. Да, так хорошо было все, блин. Вон там траву ледяную тоже ставь, там в каток заводите, ну баф этих, там, не знаю, там тотем на замедление ставь, там пол, как это называется. Ребят, ну используйте соискивай. Давайте, бафы. Не, ну да, типа на вот первой, второй фазе там 6-7, наверное, мы даже сможем прохилить. А на последней, когда уже перефазка будет, блять, ну 3, наверное, максимум. Давайте тогда бомжей, Себаст, только на вторую закопку отдаешь. Лапку. Лапку дать? Спасибо. ПМ ставлю. 5, 4, 3, 2, 1. Так, после закупки скажите, какого СС есть. Хуёвая лужа. Себастьян, ну что? РДД. РДД под босса ближе встаньте. Фридом себе дай. Wait. Держи, я дома на фридом. Немножко Мадрете дал фридом, немножко откатите их потом. Сань только. Вот так вот, все четко. Так. Ладно, пусть уже за спустя. В принципе, неплохо. Готов на пол. Так, сейчас все миллизоны в печеньку, потом сбегайтесь. Все в печеньку стакнем, бегом сюда. В эту сторону бегите, ребята. Ну, я печеньку поставил блин, вот для вас. Чё, череп, левее немножко беги. Левее, литл, левее. Ага. Всё, беги. Всё, и хуже. Степани немножко далеко. Всё, трогаем. Аккуратненько только мобов не сорвите. Чики сейчас опять сорвёшь. Да, тебя сорвёт. Продолжай бить. Следующую метку смотрим на ком. Донт. Нет, нет, на Расмуса прийти. Расмус. И фридом по себе, на другую сторону беги. На другую сторону беги, блядь! Вот, блядь. Спасибо, Бог. Хорошо, просто бог. По себе. Ага, все, в лужу беги. В левую лужу, если смотреть налево. 10. Звезда, беги быстрее. Беги. 5. Все, сообщу. 2. После лужи сразу же стягиваемся, мобов быстренько сыграли. Бас после выкопался. Бульба останется 80.
9. Кто бы Санис нахуярил? Не понял. Баф на пуле или? Керма бью. Керма не стал. Бью. 10. Бать, вы полутали стаков, ребят. Процессом еще рано. Так, лукил. Так, у меня до сосыпать, пока я так живу. Чик-чик, абонат. Дай мне БР. Ой, Инер. Бедные милишники, всем везу на полутора, похуй. А там от природы стоит, что уже стоит. Давайте побольше босса, давайте. Второй боб у нас кто дает? Шоу третий, ты, да? Это я. Да, там лужи нету, разбейте лужу, там выкатил. Бубро, беги туда далеко. Ну куда? Блять, не цепани лужу, там все норм. Давай. Посмотрите. Беги в лужу. А чика полюся ОБР. Невер. Бля, вот так вот, это пиздец. Все у нас там. Еще минус 4 просто. Да. Ребята, если вы не будете, блядь, следить за 3 метром, нахуй, какой вам гру магик нахуй нужен, а? Товарищи, блядь. Ну посмотрите его цели, поставьте его ома, смотрите за тутом. Стоп, 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 хил, ребят. Сука, пучку стакнули для своего парня. А это типа они срывают этих больших мобов? Да, понимаешь, на варе они, когда бьют щит мой, они отражают урон. Ребят, да. Да, я урон ношу, а войда такого хуйни нету. Вот. Соответственно, там и ты там мало. Соответственно... Отправь рогу туда, может быть. Нет? Ну, так рогу так напуливает, наверное. Так я ставлю напуливаю. А, да? Этих больших прям постоянно? Да. Ну, как постоянно? Раз, блядь, раз 20 секунд. Раз, если там щит на щит зачарится, вот войда это самое не будет. Это как его, блядь. 100% фри войда. Почему? Что ты говоришь, зачарить на щит? Есть чарка такая. Повесьте на него шипы, блядь. А, и шипы, да, надо повесить на дриду тоже. У нас дриды есть у нас. Так, ну у меня 104%, блядь. Под бафами. Ну ты процента потеряешь, по-моему. Сколько там дает у тебя щит? Ну, чарка дает, сейчас скажу. Она дает, блядь, 1,83%. А, да. Ладно, потом. Ну сейчас не в этом, блядь. Ребят, все трое нормально были, в принципе. Более-менее. Слышишь, а чтобы лужу вот эту нормально, может Себаст ее с пула просто может грипнуть, а потом уже отвести босса от нее, ничего ж такого. Как думаете? Ну, в принципе, да, можно будет тоже. Если базы гриппанешь лужу туда, когда пунешь босса. Но сверху не разбивайте сначала. Это и так нормально, в принципе, там. Где бить босса, это не имеет значения. Сейчас у нас основная проблема, это вот срыв агро мелких и много лутания мобов стаков. Давайте быстренько покушаем, ребафаемся. Лишний раз не покашем. Что, добав? Это так просто. Сейчас я запишу, подожди. Тут бафа людей. Я готов, в принципе. Размус готов? Да, готов. Ты любишь. Все, все готовы. Необратимый готов? Необратимый. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Гриппай сюда и отводи. Пока не разбивайте сверху. Сейчас.
Все норм, вообще четко. На пулы. Слушай, Зорки, может, на пуле по КД, пожалуйста. Хотелся на пул, подошел, дал. Пусть дамажит, нормально. Посмотрит за угрозой своим. Нет, так я только на перефаске, как я побегу туда. Да, 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 да. Ну, ему бегать сюда. Не спали, ну ладно, пофиг. А что за причиной тоже уже не раз люди умирали от стрела. Ребят, следите, пожалуйста, за твитом. На пулы, на пулы, на пулы, на пулы. Готовимся. Немножко меньше ДПС сейчас было. Ну, 67-68 ДПС. Две. 67. Отошли от лужи. Миллизоны от лужи отошли. Смотрим. Джимбо, сбеги. Тебок на внизу, не пойся. Аккуратненько по тыту смотрим. Следующий бок у нас шоу дает. Так что, давай я сдам. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Кто дал? Я. Шоу. Третий от Размуса будет тогда бок. Когда будет после закупки. Все, готовимся, бой сейчас появится. О, хорошо, вообще стаки никто не полутал особо, только по 3 стака это хорошо. 4, очень 3. Хорошо. А сейчас появится, не кидай. Появится бой сейчас, не таких бобов. Все, ловим босса. Топим по трэш. Так, их убейте сначала. На пул больших мобов попасть. Честно. Я маленького заберу с тебя. Себас, когда будет вторая фаза, значит, дашь масс сейф. Ну, чтобы сейчас под стаком точно так же было, как вот сейчас вы полутали. Вообще молодцы. Красиво трэш отыграли, вот только бафы еще не молодец. Хочет ничего нового. Гим на хп не надо давать, это не смысл. Ты уже заебал. Тихо. Готовимся, сейчас закапывание будет. Меня так, Размус, беги сейчас на... Мак, мак. Мак, блин, да, блин, да, блин, 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 блин. Размус, готов, все. Угу, не забегай пока. А, Себаст, бомжей. Войд, сможешь дать... Черри, подрич, подойди к Войду, да, Войд, да, тебе да, бомб, ага, даст. Ага, смотрю. Что ты смотришь, блядь? Блядь. Не знаю, блядь. Спиной. Да я стоял, не двигался, ебать, я его мышку только на него навел. Да потому что мобы, блядь, положили. Дон, ты просил не вызывать бомжей, когда, блядь, мобы вышли живые. Они прыгают по рейду и... Ну а что, бомжи были? Я что-то не видел. Я на каждом пуле за ДКшку вызываю бомжей. Да потому что у меня трэш уже умирает к этому времени. Уэда не умирает. Ты видел, какой мой ДПС по трэшу был? Ну там, да, там, блядь, у него щит бьет. От показателя блока, блядь. Пистал, какой трэш заруинись, блядь, ну ёб твою мать нахуй. Да ладно, блядь, нормально. Какой нормально, блядь? Ладно, давайте по новой. Пару раз повапаемся, блядь, начнём, наверное, нормально. Всё приходит с опытом. Падаем. Чё это, бомжей дали, да, сейчас? Да, это бомжи, блядь, они начали прыгать по рейду и, естественно, забежали тебе в спину, блядь. Потому что мобы, возможно, были у тебя и за спиной.
Вот и все. Да ебать, я не двигался никуда, нахуй. Я только мышку на него начал наводить, уже, блядь, смотрю. Я понимаю, еще раз говорю, что, возможно, мобы, которые бомжи, были и у тебя за спиной. И, соответственно, моб, который... Ну, я понял. Копатель сагрился на того дальнего моба, который ты за спиной, и у тебя шотнул просто. Залупа какая-то, блядь. Ладно. Если вы хотите бомжей сдавать, то делайте, пожалуйста, подальше от копателей.